Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». И сегодня мы поговорим о игре, так называемой RollerCoin, бо многие ребята пишут, что не разбираются, как на ней зарабатывать и вообще в чем как смысл. Смысл в том, в данной игрушке, чтобы выйти на пассивный источник дохода, то есть покупать майнеры, которые будут майнить нам криптовалюту. Здесь криптовалюты довольно-таки много. Если мы нажмем, мы увидим вот такой вот немаленький список. RLT, RST – это внутренняя игровая валюта. RST – это сезонная игровая валюта. Биткоин, ну, естественно, эфир, BNB, Matic, Doge, Solana и также TRX. То есть вы выбираете монету, которую вы хотите майнить, и вам капают сатошики или монеты. Все зависит от вашей мощности. Как получать эту мощность? Это как бы псевдооблачный майнинг. Все сделано в таком образе. Вы нажимаете на Games. Здесь есть довольно-таки куча игр, в которых мы переходим. Нажимаем на Hamster, например, любую игрушку, которую там с ряда есть. И начинаем играть. Вот, например, хомячок. Мы, может кто-то помнит такую игру на телефоне Doodle. Здесь, как видим, что-то похожее на эту игрушку. И вот поверх нам нужно подняться. Мы поднимаемся сейчас вверх. Все, вот есть Ювин выигрыш. Нажимаем на вот эту вот Gain Power. Всегда. Вот, видим, наша мощность прикидается на наш якобы сервер. Что происходит? Загрузка и увеличение мощности. Чем больше мощность, вот такие еще бонусы дают. И чем больше мощность, тем быстрее вы можете майнить. Данная мощность сохраняется неделю. То есть, что бы хотел я добавить. То, что, например, вы наиграли сегодня, вы сможете получать целую неделю все, что вы намайните, все, что заработаете. То есть, неважно, вы будете играть или не будете. Но я рекомендую играть каждый день по 3-4 часа. Вот такие вот сезонные награды проходить, вот, которые дают РСТ, за что можно, естественно, купить те же самые майнеры и другие различные способы заработка на данной игрушке. Вот. Те самые боксы и все такое разная штука. То есть вы нажимаете на коллект и, естественно, видим в левом углу Reward Received, поступили вот эти вот РСТшки нам на счет. Что здесь еще есть вот такая вот штука. Таким вот образом вы качаетесь, плюс есть здесь сезон. Сейчас идет неделя, даже чуть больше недели, сезонка маленькая в честь Хэллоуина. Также есть большой сезон, он еще будет длиться около месяца. Даже если вы каждый день будете задротить по 3-4 часа вот, и выполнять задания, вы сможете получить довольно-таки немаленький ряд наград, как видим. Наград здесь много, майнеров куча и разных всяких-всяких плюшек. Вот видим Event Quest, тоже с помощью этого опыта, что здесь есть, вы, естественно, двигаетесь по уровням и получаете те или другие награды. Вот такая вот на данный момент есть игрушка. Рекомендую очень в нее поиграть. Это то, что касается, это как обзор для новичков, что здесь делать, как играть и как зарабатывать. Теперь перейдем уже в следующем видеоролике, как прокачивать с нуля, если у вас уже хоть что-то есть. И вы уже, конечно, знаете полную экономику, как играть и как зарабатывать данные игрушки. Это уже будет в следующем ролике. Вот. Главное, выполняйте вот эти вот, то, что здесь задание, это для новичков, и все будет чики-бумбони в данной игрушке. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, всем пока, хорошего профита.